Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Братство. Так. Сегодня у нас задачи такие. Первое. Нужно доехать, дойти, до, ну, добраться до своей базы, до нашей. И... начать там организовать посвящение. Это раз. Новых этих... моих солдат новых. Это первое задание. Хотя бы части. Или мы можем чуть-чуть подождать. Второе, нужно выполнить задание Кристины. Там новое дополнение вышло. Ну, дополнительное задание. И третье, нам нужно начать работать по банкиру. Ну и все вроде. Не начать, а продолжить точнее. Не туда нажал. Милые облегающие штанишки. Да я че я разучился-то? Клянусь бородой святой. Че ты разучился тут бегать? Ну, короче, сейчас мы идем в цветущую розу. Сейчас вспомним только, где она находится. Я уже прошел уже. Ну, блин, сейчас вот мы сейчас спускаемся обратно, вот, получается. Идем прямо. Вот здесь поворачиваем. Где-то здесь кузнец должен быть. Должен в теории быть. Страдаете от малярии? Вдыхайте. Вот он. Ну а теперь продолжаем дальше идти. Эти доспехи и оружие будут служить вам всю жизнь. Ну что-то я тупанул немного. Не так пошел. Не очень приятно. Ну что, кролик забился в норку? Да подожди ты. Так, а теперь нам сюда вроде нужно. Зачем так грубо? Так, сюда. И вот где-то вот здесь должно быть. Насколько я помню. Так, немножечко прошли. Вот сейчас-то нужно в узкий переулок зайти и вот там, в ту сторону. Так, а вот и оно. Отличное укрытие. Так, а нам новое задание не дадут, кстати? Не, ее тут нету. Нету. Ну ладно. Убежище на Тиберине. Сначала давайте работать этим займемся. Так, ну пошли. Сначала вот сюда давайте. Посмотрим, сколько там осталось. 15 минут еще долго-долго будет. Так, ну все, эти все же готовы уже. 3500, 3500, 3500, нормально.
Так, ну пойдемте. Так, нам куда нужно-то? Чтобы посвящение тут это организовать. Сюда? Ну, блин, где-то херня будет происходить здесь. Ну, а где этот? Куда подойти нужно? Так, подожди. Улучшить. Некуда уже. Так, в смысле, как в смысле, как где? Куда нужно подойти, чтобы это сделать? Алло, в смысле? Куда подойти нужно? Значит, контракт на убийство. Где? А, нам нужно сейчас наверх залезть, да? Я его что-то раньше и не видел. Я думаю, мы в прошлой серии все сделали. Да, нет, оказывается. А где тут их посвящение-то производится? Вот церемония посвящения где? Я там все облазил. Он пьян? Там ничего нету. Вот это мужчина. Не то, что Ориго. Чтобы усилить свои войска, Чезаро начал собирать в них необученных солдат. Успех этого предприятия напрямую зависит от его ветеранов-наставников. Найти и убить их. Спрятанным клинком желательно. Ну окей. Находится не вот на вот этом месте. Так, это нам в эту сторону. Тут и... Вот опять эта херня. Пошли. Ты бесишь уже. Погодовым. О! Так, немножечко вернуться назад и это. В переулок. Так, убейте их спрятанным клинком. Ну, блин, это сложно будет. Так, ну окей, попробуем сейчас. Он сюда подходит, и мы его убираем. А это что сюда подошел-то, а?
Радиант это. Так, ну блин, это немножечко усложняет дело. Так, ты слепой, да? Вот так, проклятие. А? Да, вы оба слепые. Просто знаете, вот, вот вы очень слепые. До невозможности слепые. Ослепшие. Остановите его! А я? Где? Взять его! Сдохни, крыса! Вот и все. Ишь ты, научились они тут. Так, все, теперь ждем. Молодец, подошел. Алло, сын. Ты... Ладно, окей, забыли, окей, просто. И так убили. Хераси ты умеешь. Я, блин, в такой трюк впервые вижу. У тебя. Вот честно, это такое впервые вижу. Что вот, вот так раз, два, и ты там уже ножом уже докидал. Блин, ты это так впервые сделал. Так, ладно, теперь мы должны идти вот на самый-самый-самый. Ну, вон туда вот ее. Ну ладно, провалились, значит провалили. Плохо, что провалили, но все-таки. В смысле? Недавнее столкновение телег в переулке стало большим препятствием для свободной торговли. Нету, не, нету, нету, уходи. Я его не вижу. Должно быть показалось. Сообщаем, что канцелярия Ватикана по сбору жалоб закрывается на неопределенный срок в связи с гибелью ее... Не-не-не, ты вот этого давай. Епископа Моретти. Его высокое священство благословил увеличение арендной платы в квартале, дабы у нас не было стеснения в средствах на войну с неверными. Призываем пилигримов сообщать канцелярию Ватикана по сбору жалоб обо всех несчастных случаях, мелких преступлениях и проявлениях недоброжелательности с известиями серьезных преступлений. Я нашел его! Молодец. Теперь это так не пройдет.
Пошел нахрен, короче, да? Будет мне еще этот арбалетик своим стрелять. Так, ну ладно, все, здесь мы закончили. Здесь мы закончили, возвращаемся на Тиберин и там думаем, что дальше делать. Ну блин, там как-то не особо хорошо получилось. Вы получили 10 уровень, теперь вы будете получать скидки от кого? В смысле? От воров, что ли? Так, подожди, это не Тиберин, наш мост вон там находится. Так, сюда. Теперь нужно найти кузнеца. А где кузнец? Кузнец находится. Блин, я не помню, где он находится. Но он, кажется, в нашем доме, в здании находится. Вот он. Друзья, у меня отклик... Так, ремонт, чинить все, принять. Доспехи. Ну, блин, выполните задание, то собирайтесь тут и... Блядское это. Я не хочу этим заниматься, тем собирательством. Арбалет, боеприпасы. Давай запополним. Но то, что они это собирательство сбили, это плохо. Не может и не повезти с этой херней. Ну, подожди, правда, за это. Он что-то собирается. Блин, давай кого-то сделаем. Как-никак, но вот эта херня, она как-то мне не особо подходит. Это тяжелое оружие это. Прикольно, да, ну блин, из пистолетика стрелять как-то более это... Интересней. Чем это вот тяжелое. Так, что у нас есть? Венеция. Это плохо по всем параметрам там хуже. Меч капитана тоже урон от отражения хуже. А, не, подожди, давай сначала вот это вот купим. А, римский длинный меч, кстати, что там? А тоже урон, скорость, отражение, все хуже. Сицилийская рапира. Так, ну блин, купи сначала вот это вот. Она вот там и там последние два параметра, она очень хорошая. Там по урону только плохо все. Так, ну давай все купим. Просто все купим, а потом уже посмотрим. Боевой молот купи. Люцийский молот. Сицилийская рапира. Но мне вот сицилийская больше нравится по внешнему виду. Недостаточно денег, понятно. Так, ну окей, что взять? Возьми пока Венецию. Теперь посмотрим. Здесь скорость отражения плохо. Здесь только по урону. Плюс и есть. Это выполнить задание нужно. Скорость меньше. Это не то. Тоже не то. Спасы сыли, и там и скорость хуже, и отражение хуже. На двоечку.
Венеция получается пока самое лучшее. Будешь здесь еще раз? Заходи. Окей, окей. Все, теперь у меня и пистолетик есть. Пойди поиграй в другом месте, дефикент. Только глупец способен пройти мимо моей лавки, не заглянув внутрь. Я не хотел сказать, что глупец. Так, теперь что мы хотим? Подходите, друзья. Здесь клиент всегда прав. Конечно, если он служит... Подожди. Сумки. Не хватает денег. Так, ну блин, вот она. Ну, за поглядеть денег не берут. Я в курсе, что не берут. Мне банк нужен. Вот сейчас мне нужен банк. Сейчас мне банк нужен. Я не помню, где он находится. Чтобы деньги... Так, окей. Вспомнили. У меня высокий. Рядом вот с этим кузнецом много находится. Что-то я его пропустил что-то случайно. Так, забрать. 27 тысяч там находится. И пошли, получается обратно. Ко мне ходят достойнейшие аристократы. Огородные люди... Так, дальше. Не сюда. Как? Не, в обратную. Прекрасный пакет. О, у меня есть и другие товары. Вот теперь давай купим. И это давай покупай. И вот это вот. Нет, пока все нормально. Тогда прощай. Не забудь рассказать обо мне своим друзьям. Не забуду. Так, ну теперь. Теперь давай попробуем посвящение попробуем начать. Теперь давай попробуем с посвящением разобраться. Я надеюсь. Матерь Божья. Ну, блин, посвящение должно быть в том зале находиться. Проходите. О, началось. Ле шаймаква мутлак, белкулон мумкин. В этих словах заключена мудрость нашей веры. Мы действуем во тьме, но служим свету. Мы ассасины. Ничто не истинно. Все дозволено. Добро пожаловать в братство, называется достижение. Так, как это там у этих успехи? Норм, у этих 2 минуты будет. Эти будут готовы через 2 минуты.
Ну как теперь, как они будут задание выполнять? Так, не, нам нужно самое сложное. К примеру, убить политика. Устранить его. Так, ну и 44, 89 и 100. Ну, блин. Норм, норм. Так, ну это мы уже выполняли. Это мы уже выполняли. Здесь ничего. Забыли сказать. А, то мы сейчас выполняем. В Кёльне. Ну, блин, там две минуты осталось. Чуть больше. Ну, блин, давай подождем и также их посвятим. Давайте. И мы подождем чуть-чуть. И посвятим. Ну, давайте еще этот зайдем. У меня большой выбор оружия. Да-да, я к тебе иду. Оружие. Римский длинный меч нужен. И возвращение в Венецию мою. Еще раз пересчитаем. Ну все, наша организация в Риме полностью устоялась и полностью работает как надо. Не знаю, из какого сумасшедшего дома. Что делаешь, а? Полностью как надо она работает. Просто ждем. Блин, так, давайте я на паузу нажму, хорошо? На паузу. Задание выполнено. Да-да, я понял, удерживать. Ну все, пошли. Шаймаква мутлак, белкулон мумкин. В этих словах заключена мудрость нашей веры. Мы действуем во тьме, но служим свету. Мы ассасины. Ничто не истинно. Все дозволено. Да-да. На, пошли смотреть. Все, абсолютно все достигли значка Assassin's Creed.
Но у нас осталось еще трое. Но нам нужно три башни поджечь. Ну и все. С этим делом мы закончили. Теперь нужно кое-что с другим начать отрабатывать. Теперь нам нужно этот. Нам нужно пойти на задание с Кристиной. Так, где она находится? Она находится... ну, блин. Так, капиталистский холм. Капитолий. Так, ну окей. Тиберион у нас находится в той стороне. Выходит там где-то там куда-то в эту сторону. Так, я пошел уже неправильно. Вот так вот обгонять и там этот. Немножечко неправильно пошли. Так, продолжаем так движение, и там впереди будет маленькая щелька. Вот сюда, наверное. Здесь только лучшее, друзья мои. Ага, самые уже вижу, вижу. И другие ткани. Полагаю, он проживет еще минут пять. Еще один блок памяти. Флоренция, 1478. Эдзо! Что ты здесь делаешь? Я только что вернулся во Флоренцию. Как и прежде. Ты так же прекрасна. Но... Эдзо, я... Прошло 2 года. И я думал только о тебе. Но, Эдзо... В чем дело? Я уже помолвлена. Мой отец настоял, чтобы я вышла замуж. Я уже думала, что не увижу тебя. Это Манфредо! Он убьет его! Что? Унтали, которому он должен. Он потащил его к новому мосту. Что еще за Манфредо? Мой жених! Спасите Манфредо, жениха Кристины, от игроков. Так, а блин, а где ты? Где ты находится? А, давай на крышу, быстро. Это я так не пойму, где у нас это находится. Она должна очень-очень-очень близко находиться. Ага. Слишком далеко. Это я к дому своему вернулся.
Так, надеюсь, я правильно иду. Так, я вообще и правильно бегу, а? Сейчас, подожди. Не, вообще не туда. Что-то я тупанул немного. Союзник погиб. Я, блин, просто не понял, куда идти. Сейчас еще раз. Сразу на крышу давай. Идите к новому мосту. Ага, понял, он где-то там находится. И где же какой? Какой из них? Опять не успел. Успел. Поздно. Сейчас ты умрешь. Я не виноват. Я собирался расплатиться. Так, а у меня ножи кисти. Сегодня, но день... Так, а ты можешь сразу троих убрать? Я нашел его! Да, блин, убей его. Наконец-то. Спасибо, мессер. Вы не знаете, как близко. Эй, эй! Аспето! Что вы делаете? Ты ее любишь. Что? Ты ее любишь? Кристину, на которой собрался жениться. Да, я люблю ее, клянусь. Убейте меня, но я ее не разлюблю. И больше ты играть не будешь. Никогда, мессер. Ты будешь ей хорошим мужем. А если нет, то я разыщу тебя и убью. Он жив. Он будет хорошим мужем. Я об этом позаботился. Что? Что-что? Вот что. Два года прошло, да? Это как мы вернулись. Когда покушение на Медичи были вроде, да? Это в тот момент мы вернулись. Когда мы этих спасали. Переворот случился. Ну, попытка переворота. Ну ладно. Это задание мы выполнили. Надеюсь, этому есть объяснение? Да, ищу плакатик. В какой стороне он может быть? Что-то и там посмотрел, и там посмотрел, и там посмотрел. Так, мне нам нужно в другую сторону, вот сюда, отсюда вот.
Вот где-то вот здесь, да? Да, да, вот он, вот он. Снимай. В чем дело? Тебе нельзя здесь находиться. Я его знаю. Так, ну все, идем теперь к этому должнику, сенатору этому. К сенатору теперь. Нам нужно вперед идти, да? Хотя... Вот так быстрее будет. Так, здесь мы проходим прямо. Где-то здесь нужно было свернуть. Пришел к нам. Так, дальше-то что? Куда? Ага, здесь нам нужно вот здесь туда пойти. Сюда. Сюда вроде. И вот он, вот он, вот он. Да, мне денег достаточно. Не могу поверить, что ты правда сделал это. Есть одно условие. Так я и знал. Следи за тем, что происходит в мире политики. Узнавай, кто помогает Борджиа, и докладывай об этом Марии в цветущей розе. А ты заставишь их исчезнуть? Этот Пецца де Мердо ненавидит меня, но он мой брат. Вабен, идем. Иди к банкиру, я за тобой. Сенатор несет деньги банкиру, следуйте за ним. Не касайтесь земли, пока сопровождаете. Так. Ну и где он тут сейчас находится? Куда утопал-то? Алло, смысл, а куда он ушел-то? Так, он куда-то в ту сторону. Так, не касайтесь земли, я вас понял. Подожди, это не так. Я, конечно, понимаю, что вообще странно еще это дополнительное задание, это условие это выполнять. Но все-таки. Кстати, там была бумажка. Розыск у нас уже большой. Как настоящий дворянин. Я принес деньги. О, но это другое дело. Банкир будет доволен. Ты один? Ты видишь кого-нибудь еще? Следуй за мной, умник. Ты что-нибудь слышал о моем брате Франческо? С ним разбирается Чезаре. Надеюсь, он в порядке. Что вы собираетесь делать с этими деньгами? Банкир любит делать подарки друзьям. Какое благородство. Сняли. Ничего. Ну ладно, окей. Главное не привлекать внимание и... на землю не опускаться. Все. Задание адекватное. Так, здесь разбег нужен. На пуля-то сейчас бы упали бы. В смысле? А как это? Блин, вы издеваетесь?
Да, блин, это хотя там развернуться. А как по-другому тут сделаешь-то? Тут, блин, этот перекресток так сложно обойти. Ты что-нибудь слышал о моем брате Франческо? С ним разбирается Чезаре. Надеюсь, он в порядке. Что вы собираетесь делать с этими деньгами? Банкир любит делать подарки друзьям. Какое благородство. Что ты сказал? Заплатишь за свои преступления? Да ё, вот... Ничего. Ладно. Видите, они уже с двух ударов уже умирают. Раньше умирали, тут начали, тут начали жить. Надо было сделать, как в прошлый раз. Просто взять арбалетиком и выстрелить. Ну нет, я что-то это придумал. Идею какую-то. Надо было вот так вот, вот проходить. Я что-то там пошел как-то. Ну зачем-то. Да вижу его, вижу. Если не... У меня странное чувство. Быстрей! Быстрей, скотина! Отпусти меня! Блин, вот просто проигнорировал бы меня, вообще все хорошо было бы. Но не, он же начинает тут говорить, что мне можно, а что нельзя. Так, мне он туда пошел. Вниманию всех, кто собирался принимать минеральные ванны в Ферентино. После недавнего получения... Зачем? Вот зачем ты это сделал, а? Все, наконец забрались, окей. Так, подожди. Есть несколько таких перекрестков дорог. Здесь этой херни нету. Почему-то. Вот один, вот второй. Вот третий. И все они идут вот так вот. Здесь еще этого не вижу, почему-то. Так, ну пошли. Да не, что-то подвисло. 13 FPS стало. Так, а там охранники тусуют. Я туда не пройду. Ну, снизу достаточно точнее. Так нормально будет. Сэр,
Так. Тебе нельзя здесь находиться. Он не то. Он убегает. Быстро. Куда ты вы там его потащили? Вы внутрь вот этого шарика, что ли, потащили? Потащили, да? Да, не внутрь этого. Туда потащили. Эгидио принес деньги. Так, так. У банкира планы на сегодняшний вечер. Я доставлю деньги. Давай их сюда. Задержите его, пока я не вернусь. Нельзя упускать эти деньги из виду. Может, отпустишь меня? Я же заплатил. Проникните в пантеон через отверстие в крышу. А мы это делали, мы уже здесь уже знака находили. Мы это уже делали. Мы здесь уже мы внутрь проходили через крышу. Точнее, не проходили, мы там просто знак искали. Он, оказывается, на этом, на дверях был. Так, блин, а куда как мы залезали-то? Кто-нибудь помнит? Ага, все, вспомнил. Так, не так. Так, теперь. Не то. Брат, что так зацепиться не можешь, что ли? Так, окей, все, добрались. Теперь вот так, и вот так вот, вот так вот. Вот для какой цели это выломали? Незаметно убить стражника. А что они тут тусуют-то? Да. Блин, вот как так, Миша? Скалолазить зити. Какой-то херни. И кто-то вообще это вот херни желтые оставил. Для какой цели они тут вообще находятся? Сейчас, иду. Зачем ты сенатор убивать? Сенатора зачем? Тихо. Такая высота, Инати. Живой. У тебя там все в порядке? Нам пора, Луиджи, иначе мы опоздаем. Так, а мы переоделись, получается, да? Переоделись и пошли с деньгами уже. Закончил подсчеты. Бабе, убить его. Нет. Повезло тебе. Луиджи приказал отпустить его. Командир, ведите нас. Переодевшись, ведите стражников к банкиру. Найдите дорогу по их реакциям и не дайте себя раскрыть. Ну, по реакции, значит, да? То есть по карте мы не знаем, да? Вот теперь мы идем. Откуда они знают, правильно мы идем или нет? Скоро мы придем. Ну ладно, пошли. То есть, если я неправильно пойду, то это, да? Чего? Вот куда мы идем? Вот теперь мы идем правильно. Ладно, тогда вперед идем. Точно. Весьма интересно.
Я бы не пошел. Я знаю, в городе трудно найти дорогу, но этот маршрут полный бред. Думаешь, он забыл, куда нужно идти? Ну, блин. Надеюсь, нас пустят в дом. Так, окей, если мы поем неправильно, то она нас это... Так, окей, значит, нам не сюда. Я не оспариваю ваши полномочия, но разве... Надеюсь? Думаешь, он забыл, куда нужно идти? То есть там вообще не в эту сторону, да? Скоро мы придем. Они уже, наверное, уже поняли... Ну, блин, я бы уже понял, что-то не то. Вот теперь мы точно успеем. Так, сюда? Нет. Думаешь, он забыл, куда... Скоро мы придем. Скоро мы закончим. Скоро мы придем. Так. Прямо. Куда мы идем? Вот куда мы идем? Значит, туда идем. Прямо. Понял. Нам сюда, значит. Так, направо, налево. О. Давай сюда пойдем. Да ты видишь, какая жопень происходит. Я даже не это. Вот сюда давай. Нет. Вот теперь мы точно успеем. Так, ну ладно. Я вас понял, значит туда. Я бы не пошел таким путем, но дело... Я знаю, в городе трудно найти дорогу, но этот маршрут полный бред. Осторожнее, друг! Блин, значит нам туда нужно идти. Надеюсь, нас пустят. Блин. Думаешь, он забыл, куда нужно идти? И не сюда, что ли? А куда тогда? Вот теперь мы... Я не оспариваю. А смысл тут трога все еще? Надеюсь, нас пустят в дом. Несколько раз глубоко вдохни. Куда мы идем? Мы идем не в ту сторону. Да в ту сторону, в ту. Я не оспариваю ваши полномочия, но разве нам не пора? В ту нам мы идем в ту сторону. Точно. Надеюсь, нас пустят. Да и в эту сторону я шел, ну ты сказал мне нет. Так, ну окей. Сеньор, у вас все в порядке? Сюда. Нет, не в ту, я просто посматриваю. Скоро мы придем. Надеюсь, нас пустят. Так, давай сюда, значит, там тут. Весьма интересно. Окей. Скоро мы придем. И на мост, да?
Скоро мы закончим работу. Да, да, да. Это мы сейчас на этот, на как ее? На разрушенный этот подошли, да? Да. Скоро мы будем на месте. Все, да, донесли там. Отдай мне сундук, Луиджи. Я отнесу его банкиру. Можешь войти. А нам нельзя войти? Вы должны охранять дом. Приказ Чезаре. Порка путана. Чезаре? Он здесь? Луиджи убит. Мы нашли его тело в пантеоне. Луиджи? Мы только что впустили его. Проследите за людьми, которые несут деньги, и найдите банкира, убейте его и скройтесь. Незаметно убейте банкира, сиди на скамейке. Так, нам срочно на крышу нужно. Передай Клауди, что здесь банкир. Так, ну блин, ну пошли. Только я что-то не понимаю, почему. На Минас меня же как бы обнаружили, что этот, этого убили, а я тут хожу тут. Почему друзья, они мне... взгляните на мои товары. Может, именно здесь а вы почему, найдете, когда я успел вообще переодеться-то? Когда я успел переодеться, если я тут постоянно тут с ним тусил? И этих они до сих пор не нашли. Ищет. Куда мы идем вообще? А откуда я должен знать, что запретная зона это? Откуда я должен знать это? Запретная зона, так, а я... Клауди, что здесь банкир. Я видел охранников. Я видел охрану, но... А вот теперь я понимаю, что меня ищут. Ну, блин, в первый раз этой херни не было. А сейчас меня ищут. Значку. Что изменилось-то? Да ё. Нам нужно срочно на крышу идти, и там уже как-то. Передай Клауди, что здесь банкир. Так, ладно, сразу на крышу давай. А теперь пошли. Они куда-то к стене внесут это. Зачем? Да, блин, вот как он успел, он упал уже тут, и секунды не прошли, эти дальше пошли. Тут и секунды не прошло. Ауди, что здесь банкир? Прыгай уже, а? Еще будет стоять будет.
Так, ладно, подготовь. Арбалет. И пошли. Пошел нахрен. Ишь, ты меня обнаружил в предыдущий раз. Да, вижу, я его вижу. Жители города не должны мешать четвертованию преступников и вязаных лап. Палач Эрколе, мастер своего дела. Да как-то, блин, тут... Мне кажется, понимаю, куда нас ведут. Нам, скорее всего, ведут вот это вот. К этому храму ведут. Он там тусуется сейчас. Передай Клаудии, что здесь банкет. Можно. Так, ну блин, тогда давай вот с другой стороны залезем. Я знаю этого человека. Успели. Успели. Вовремя. Вообще там секунда оставалась. Успели вовремя. Так, ну блин. Скорее всего, нас вот к этому домику ведут. К этому храму. Так, и здесь мы, наверное, пойдем вот так вот. Ой. Сундук. Но ты держишь его. Хочешь потрогать его? А что же я скажу? Успели. Ну, блин, там что-то точно что-то происходит. Да, вижу его, вижу. Так, не смотри. Так, нормуль. Сюда. И тут дальше идем. Блин. Увидели. Твои деньги, банкир. Я заберу это. И это. Можете идти. Куда же я дел свой кошелек? Он уратиссимо.
Добро пожаловать на вечеринку. Я Хуан Борджиа. Чезаре собирается произнести речь в зале. Идем. Хуан Борджиа опять еще какой-нибудь родственник, да? Хуан Борджиа старший. Год рождения 1446. Подожди, а мы должны его убить. Если я помню, у него во второй части там были на каждую цель нашу, на каждого нашего клиента особого важного, был специальный видеоролик. А нам его убить надо. А как цель нам, он нам у нас как видеоролик не дают. Или этого не, в этой игре, тут в этой части такого не будет. Блин, ну ладно, окей. Так, он первый из 10 племянников Родриго Борджиа, назначенных кардиналами. Занимал при дворе Борджиа почетное место. Помог Чезаро провести переговоры с бароном де Валуа в 99-м. И уже тогда молодой капитан-генерал был впечатлен его безупречным знанием французских манер. Бушар. Церемонимейстер папы. Так описывал один случай с Хуаном и Чезаро. Они сидели и обсуждали финансовые вопросы. Вошел слуга и принес им вино. Хуан сделал глоток и тут же набросился на слугу с обвинениями, что тот, дескать, подсунул им какую-то дрянь. А хорошее вино выпил сам. После чего он выплеснул стакан слуги в лицо и толкнул его в горящий камин. Несчастного слугу, разумеется, быстро потушили, но потом все равно казнили. Постепенно в ведении Хуана оказались все денежные средства Рима. Известно, что он не раз устраивал роскошные пиры для своих друзей на казенные деньги. Однажды он выбросил в Тибр сотню грязных золотых тарелок, переплюнув Киджи, который до него также поступил серебряными. Короче говоря, тусы выбить, да? Так, пошли. Власть хороша тем, что позволяет получать лучше. Я обижу тебя, я не срываюсь, и никто. Так. Это зависит от того, кому принадлежит деньги. Милая, похоже, ты не понимаешь. Пошли. Вот такой-то, не, тех распустили вроде. На самом деле, так, и этих теперь. Ты должна провести со мной. Откуда я знаю, что ты? Да, в курсе я. Ну ё. Пошли. Здесь есть на что посмотреть. Отлично. Я не пожалею средств. Так, нужно сейчас вернуться просто. Тем, что позволяет получать лучшее. Я вижу яблоко, я его срываю, и никто... Отвлечь. Меня не остановит. Это зависит от того, кому принадлежит деньги. Милая, похоже, ты не понимаешь. Все деревья принадлежат мне. Дубинками своими помахали. Как ты обокрала моего солдата.
чтобы искупить этот грех. Так, норм. Провести со мной всю ночь. Так, здесь подождали. Идем дальше. А нам тут не хватит, нам вот тут нужно проходить как-то. Так, окей, прошли. Эти дуболомы это место не охраняли. Проход не охраняли. Лучший способ отпраздновать мои победы — вместе предаться пирам и разврату. Скоро мы соберемся, чтобы отпраздновать объединение Италии. Тогда пир будет длиться 40 дней и 40 ночей. Cominciamo ora! Мы не собирались покорять Италию. Если твой талантливый генерал говорит, что это возможно, то почему бы этому не произойти? Ты рискуешь нарушить баланс сил, который мы так долго создавали. Я ценю все, что ты сделал для меня, но армией командую я, значит, решение остается за мной. Не густо. Развлекайся. Это о чем они? Ну, блин, я понимаю, что сейчас в данный момент Италия — это просто такое раздробленное вот место такое. На куча государств мелких. Странный человек. Не, они просто хотят Италию объединить с помощью всего, что только можно. Ну, блин. Тут такой вид, тут мне показалось, или... Здесь есть такая херня, как этот. Он закончит на виселице, если не остановится. Я его где-то видел. Ты получишь по заслугам. Уходите. Ну зачем, а? Увидел меня все-таки. Блин, вот между вот Чезаре и Борджи там какой-то конфликт есть. Что он сказал, что ты разрушаешь балансы, которые мы создавали долго. О каком именно балансе он там говорил? Так, ну блин, этот нас увидит. Чего? Думаю, это не важно. Конечно, не важно, уйди. Ты уйдешь сегодня, а? Так, никто ничего не заметил. Все норм. Здесь убийца! Гвардия! Какой убийца? Тут ты трупак увидел, что ли? Никто не видел, ты что-то увидел. Mm-hmm.
Так, ладно, начинаем отвлекать ее. Так, ты знаешь, что делать. Я хочу поговорить с тобой. Возможно, это нужно рассмотреть. Мне кажется, что я его убираю. Аспект. Я уверен, я его уже видел. Это видел этот аспект. Я знаю этого человека. Я уверен. Подожди, я чуть не понимаю, почему они все толпой начали тут работать. По одному этому. Когда я сказал это отвлечь, я думал, одна пойдет там, сделает все, что нужно. Ну нет же, это они толпой пошли. Чего они толпой пошли, чуть не понял. Весь мой план взяли, разрушили. Да ну тебе убирать нужно. Он в кустиках. Просто взял, напился и ничего нет. Что вы задумали? Так, ладно, теперь пошли давай отвлекай помаленечку. Вот, а одна по... А, все, понял. Хорошо. Теперь пошли аккуратненько вот к тому. Добрый господин. Я просто мальчик, я его увидел. Как ты... Чуть я не понимаю. Нам нужно в теории кого отвлечь? Нам нужно... Что он делает? Это же очень опасно! Но... Так, все, пошли. Так, теперь нам нужно как-то вот того того забрать. Просто отвлечь нужно. Алло, сесть, пожалуйста. Что ты тут делаешь? Девочка, ты такая сладкая. Блин. Как быстро вы это... Нам нужно вот до этой скамейки добраться. Нам нужно добраться конкретно до этой скамейки.
ладно. На, иди сюда. Неплохо. Теперь пошли. Ты не одолжишь мне пару монет, ты получишь. Блин, я не знаю, как скользнуть со скамейки. И так, чтобы этот ничего не заметил. Ты будешь спускаться, а? Че ты не спускаешься, дурачок? Вроде нажал, но он нет, не ходит, не хотит. Так, еще раз. Молодцы, успели. Наверное, повесилось. Блин, а там этот нас смотрит. Со всех сторон все плохо. Кстати, мы могли этого убрать. Этого можно не убивать, с этим проблем нету. Так, все, пускай идет сюда. Черт, где? Так, просто подходим ближе. Все, этого сняли. Чё, он бежит слишком быстро. Да как вы-то это заметили-то, а? Блин, ну, значит, вот так, таким образом я вот с этой стороны я его не убираю. Пробуем в другую сторону пойти.
Так, нет, этого смысла не будет. Теперь просто ждем. Он подходит. Не, он сюда не доходит. Я столько увидел, почувствовал и попробовал в жизни. И ни о чем теперь не жалею. Тот, кто обладает властью, должен презирать наслаждение. Но я же дал людям то, чего они хотели. А теперь ты заплатишь за это. Незаслуженное удовольствие уничтожает само себя. Requiescat in pace. А что ты им дал-то, а? Отправляйся в ад! Окружайте его! О, как спрыгнули мы. Я понял, хожу! Я хочу покинуть! Что вам не нравится? Так, валим по-быстрому. Так, теперь где-то здесь нужно свалить. Налево. Сюда. Ой, тупик. Вот забавный способ передвижения. И ушли. Где мне случайно там попнули? Не будь я так занят, мы бы познакомились. Мне случайно там попнули. Да. Все, мы главное ушли. Все, наконец-то. А теперь возвращаемся сюда. Ну, это будет уже в следующей серии. Мы все время думали, что нужно вот этим путем пойти. Но нет, оказывается. Нужно было это все... Нужно было идти с другой стороны. Ладно, все, давайте на этом мы закончим. Это задание мы выполнять уже не будем, я его отменю. Но, ладно, все. Длинная серия получилась, как и остальные. И на этом давайте закончим. Все, спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.